Всем привет-привет! Снимаю для вас видео, как помог Маалокс во время беременности при изжоге в моем желудке. На 30-й неделе у меня началась сильная изжога в моем желудке. Принимала Маалокс в течение одного месяца, один пакетик в день. После приема пищи через час. Вот. Маалокс разрешается всем беременным пить, конечно же. Желаю вам, чтобы изжога вас миновала. Также к Маалоксу прилагается инструкция. Сегодня светит солнышко. Вот тут у нас инструкция есть. Можно будет прочитать. Вот этот Маалокс. 30 пакетиков идет. У кого сильная изжога, очень рекомендую. Мне помогло. У меня уже 37-я неделя пошла. Изжога меня не мучает. Только поясница болит. И низ живота, конечно же, поднывает. Вот. Итак, хочу вам показать, как вот... Хочу показать вам мой животик. У меня началась 37-я неделька, повторяюсь. Чувствую себя хорошо. Вот я вам сейчас покажу, какие мы большие. На солнышко за окном. Такая погода хорошая. Котик спит. Вот. Вот такие вот мы большие. 37 неделек. Извиняюсь за разбитое зеркало. Вернее, оно потрескалось. Всем привет. Желаю всем легких родов. Хорошего настроения. Берегите себя. Пока-пока.